Помогают ли позитивные мысли и позитивное мышление? Очень помогает. Вообще есть целое направление психотерапии, так называемая позитивная психотерапия, которая обучает разглядывать разные ситуации с разных сторон и находить позитивные, как бы, составляющие этого дела и радоваться позитивному. Это правильно. Там, другое дело, что иногда надо что-то менять в жизни и предпринимать соответствующие шаги, а иногда ситуации более, ну, как бы, неприятные, и одними только положительными сторонами не обходится, и надо находить способы приводить себя в порядок. Приводить себя в порядок, не только позитив. Есть люди, которые всегда спокойны, и их ничего не бесит. Это можно натренировать? Натренировать можно разные психические состояния. Значит, мы очень талантливо тренируем тревогу, раздражение, обиду и прочее. Вот. Но точно так же можно тренировать и другие эмоциональные состояния. Чувство интереса, любопытства. Можно тренировать чувство радости. Вот. Можно натренировать чувство спокойного, вот такого гармоничного восприятия, в общем, не всегда однозначных ситуаций. То есть это можно сделать. Просто одно мы тренируем, потому что легче, вот, но потом хуже. А это можно тренировать сначала будет непросто, а потом будет хорошо. Чувство юмора – залог душевного равновесия? Ну, мне чувство юмора помогает. Вот. Хотя знаю много очень депрессивных, не депрессивных, а как... Ну да, депрессивных людей, которые... А может, и вам помогает тоже. Ну, нормально. Смейтесь, юморите. Я поддерживаю.